Стоп, я не пойму, что вы здесь устроили, а? Устроили здесь танцульки, здесь класс по пению. Ну, ноги сдают в соседней аудитории. Ну, ты смотри, это просто... Я не понимаю, что происходит. У нас сегодня экзамен по пению. Есть претенденты? Пришел кто сдавать, нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Дармидонт Волокординович. Давно пора выучить, как меня зовут. Дармидонт Дармидонтович. Я знал, я забыл. Я к вам ЕГЭ по пению пришел сдавать. Что-то я вас раньше не видел. Кто вы, где вы, что вы? Первый раз вас сканирую. Я был, чего вы, я был. Не помню я вас. Я ходил. Что? Ходил. Ты, видимо, не доходил до пения. Почему? Я просто сидел неудачно. Поздравляю. Где сидел? Вон за... Зачем? За гитарой. Вон палкой. Ну, если контрабас для вас это гитара, я не уверен, что вы сдадите мне хоть что-то. Ладно, садитесь, я сразу вас протестирую. Дам пару легких наводящих вопросов. Если отвечаете, идем дальше. Нет, идете, откуда пришли, значит. Значит, сели, смелее, сели. Значит, что вы нервничаете? Я еще ничего не спросил. Значит, что объединяет Жана Офенбаха, Имре Кальмана, Ференса Легара, Федерико Лоуфер и Франца Зуппе? Это первый вопрос. И второй. Как семиступенный звукоряд, образовавшийся в результате слияния двух однородных тетрахордов, влияет на основной гептахорд? И в чем их различие? И есть ли это различие в принципе? Или мы его... Ишь, как вас поломало, а? Куда ползем? Выполз у нас с той стороны. О, я смотрю, что у нас... А вы сейчас с кем разговаривали? Я вас боюсь. Я вас, честно говоря, сам побаиваюсь, просто вида не подаю. Скажите, пожалуйста, Дармидонт? Дармидонтович. Дармидонтович. Вы же сегодня до 6 утра чай пили с Олегом Олеговичем. Ну, вы знаете... Это частный вопрос, я не должен перед вами... Я просто с утра проснулся от такого выхлопа. Я хотел от будильника проснуться, а проснулся от выхлопа. Кто Рю... выхлопнул? Батя мой, Олег Олегович. Я говорю, батя, я угорел. Так это Олег Олегович, ваш отец, наш трудовик. Я говорю, сейчас экзамен сдавать, ЕГЭ по пению. Олег Олегович, 0-0. Я угорел, говорю, забыл все, что учил. Вы сразу не сказали, молодой человек. Я говорю, у меня все вообще просто забыл. Не надо лишний текст, не надо, я все понял. Олег Олегович, у меня до сих пор эти 2 литра чая вот здесь стоят, понимаете? Он меня просто, понимаешь, я не думал, что трудовики такие сильные, понимаешь? Давайте, я вас... Папа попросил передать, что если все пройдет нормально, он вам еще ящик чая подгонит. Передайте папе, если вы будете так отвечать и ползать, как на первый, что и цистерны чая не хватит. Давайте я сейчас в легкую вас потестирую, я вам задам сразу вопросы, в котором есть... наводящие ответы, надо просто правильно угадать, как говорится. Итак, начнем с легких. Где сидит оркестр? Для вас варианты. Оркестровая яма, это А, Б, буфет, В, на скамейке запасных и Г, в следственном изоляторе. Давайте, думаем. Вы же сказали, помогать будете, а сами валите. Там же нет правильного ответа. Есть правильный Нету ответ? Нету правильного ответа. Ну как же? А? Оркестровая яма. Вы знаете, я чувствую, сегодня день тяжелый. Я себя провалидолю просто. Может, за водичкой змея? Не надо, я не запиваю. О, в смысле? Не надо. Давайте еще один вопрос и попробуем ответить. Кто является из вышеперечисленных композиторов великим английским композитором? А. Бетховен, Б. Штраус, В. У. Эббер, Г. Лепс. Давайте рассуждать логически. Давайте.
А, кто? Бетховен. Отпадает. Не понял? Отпадает. Бетховен отпадает. Обоснуйте. Потому что Бетховен — это собака. Я этот фильм наизусть знаю. Все части Бетховен 1, Бетховен 2. А нет, тебя там... еще раз провали долю. Что там Б? Б. Штраус. Это тоже отпадает. Это любой дебил знает, это птица. Мало взял. Остается В и Г. В — это кто? Уэбер. Это кто? А Г? Лепс. Это Лепс. Так он же пел. Я уеду жить в Лондон. Ответ Г. Лепс. Правильный ответ — Уэбер. Уэбер. Джастин Уэбер. Я всегда был уверен, что ваш папа, Олег Олегович, 2-0. И вы, его ближайшая родня, 0. У вас семейка 3-0, понимаете? Как вас зовут, скажите? Как Иван. Вас зовут? Иван. Все совпадает, видите? Иван, ну видно, что не царевич. Давайте еще один вопрос. По звукоряду пройдемся. Где находится соль? А что туда идти? Соль находится в буфете. Между салфетками и перцем. Ну, следуя вашей логике, правильно. Ноктюрн – это ночная серенада. Крем для ног или головной убор для бани? Думаем. Ноктюрн. Ноктюрн. А я понял, понял, понял. Ноктюрн – проверочное слово «ноги». Крем для ног. Себя еще раз провали долю. Я... Для туловища. Что за день сегодня такой, а? Не... Ой. Я обещал вашему папе помочь, но чувство валютола сегодня не хватит. Давайте, понимаете. Отвечайте. Кто изготавливал скрипки Страдивари? Будьте внимательны, в этом вопросе сразу же есть ответ. Кто изготавливал скрипки Страдивари? Ну? Уж не выли. Уж не мыли. Нет, ну, просто я не отец знаю. Говорил, что у вас ну, руки золотые и глотка луженая. Луженая глотка — это как раз у Олега Олеговича, это не ко мне. Вот. Давайте. Ну вы хотя бы намекните мне, давайте, пожалуйста. Ладно, намекну, очень давайте, смотрите. Варианты хочется. Ответа. Ну намекаю уже впритык, уже некуда больше. Скрипки Страдивари делал А. Сам Страдивари. Фигня какая-то. И китайский мастер Трали-Вали. Это вообще два человека. И Воронежская мебельная фабрика. Отвечайте, иначе я провали долю и вас, и вашего папу, и всю вашу ближайшую родню, и мало вам не покажется. А задайте вопрос еще раз. Кто делал скрипки Страдивари? Может, папа Карло? Он же по дереву работал. Это вы по дереву. И ваш папа, трудовик Олег Олегович, по дереву. Семейка вообще. Вопрос, Надежда. Исключительно из-за 2 литров чая вашего папы. Поставлю зачет, если ответите. Нет, завалю прям здесь. Поставите все. Зачет, папа вам поставит. Не надо. Сколько педалей у рояля? Не слышу. Расспрашивай, значит, они есть. Сколько педалей у рояля? Если механика — 3, если автомат — 2, 1. Беспедальник! Беспедальник! Вот из всего правильного вы сказали только одно слово. 2. 2 – это вам по пению. Почему? Давайте, я готовился. На ход ноги, если исполняете любой отрывок из любимой оперы и императрицы Екатерины II. Если исполняете на ход ноги, я вас возвращаю. Если нет, идете как и шли. Все, давайте, слушаем. Гуляющая императрица! А я сяду в кабриолет. Уходим, не зачет. Я готовился. Гуляем и дальше. Я готовился, так гуляем что, хватит дальше. Сказать? Чего? Гуляем дальше, все, я сказал. Все, я понял. Школу закончить не дают.
С такой работой никакого валидола не хватит. Заслуженный артист России Геннадий Ветров. Заслуженная артистка России Елена Воробей. Друзья, у меня хобби. Я рисую картины и дарю их своим друзьям, ну, чтобы деньги на подарки не тратить. Вот. И Лена давно мне говорила, когда мне нарисуешь? Пришла пора, Лен, это птица Феникс, это птица счастья, это воробей, как хочешь. Это птица во всех лицах, которая приносит удачу. Лена Воробей! Спасибо, Яночка, за то, что все эти 20 лет ты рядом со мной. Спасибо!